Сейчас будем губы в помаде, размазанный щит. Мне так не хватает твоей красоты. Пусть все идеальны, но точно не ты. Мне так не хватает. Так, ребят, короче, сегодня новый день. Сегодня мы выехали кататься с Вадимом, он сейчас заправляется там. Едем кататься, наверное, в поляпаем, потому что у нас сегодня менты, короче, крышуют по полной. Короче, такие дела. Ладно, сейчас ждем Вадима и выезжаем сразу же кататься. И так холодно на улице, наверное, градуса 2 где-то, я не знаю сколько точно. Мопед он вообще только греется, я выехал на холодный. Ну и ладно, все, сейчас заправится Вадим, и мы вылетаем в поля снимать для вас топовый контент. Так, ребят, короче, я не знаю, сейчас снялось или нет, но Вадим застанкил. Сейчас едем искать максимальную грязь и снимать для вас топовый контент. Погода у нас, как вы видите. Погода у нас, как вы видите, дерьмо, короче, ветер, наверное, задувает, я не знаю, как меня слышно. Ну да ладно, все, оставляю камеру включенной, мы едем искать грязь и снимать для вас по катушке. Просто сейчас будет такой оффроуд, наверное, я не знаю. Поедем в поля, там еще что-нибудь поищем. Сейчас пускаю Вадима вперед, хотя бы не одна дорога была, а хотя бы Вадим вперед был. Вот такие вот дела. Слушайте, ребят, у нас пошел снег. Нормально, да? Им все и закончился. А че так много? Это и весь снег был. У меня очки все в этом. У меня голова. Короче, ладно, сейчас поедем куда-нибудь. Может, в другую сторону. В сторону, поедем. Короче, может быть, переедем возле газовой заправки. И рванем куда-нибудь, может. Так, ребят, как мы говорили, мы сейчас едем кататься туда, где я снимал для вас прошлое видео, на ту сторону. Там по полям покатаемся. Там, короче, много грязи, и Вадим хочет грязь поехать. Вот мы сейчас туда и едем, короче. И только что у нас шел снег такой маленький, крупинка, и дальше идет, ну, маленький уже. Не такой сильный, как сейчас, шел, как я на танкере снимал. Вот это самое место, где я в прошлый раз катался. И если ехать дальше, то там будет болото, короче. Вот мы туда и едем. Короче, все, ждите, кушайте контент через секунд 30, короче, не знаю, сейчас я просто поснимаю и будем дальше для вас снимать грязь, просто грязь. Если мы ее найдем, то мы ее найдем. Ой, я, мне без тебя как Бог. Ох, ребят, такой же кайф, да? Как я вам говорил в прошлом видео, то что кататься зимой это лучше, чем летом. Не то, что холодно, это мне как-то не кайф. Не пылять, поля зеленые, солнце светит. Вот у нас погода какая-то переменчивая. Вот дождь ехает, вот тут дождь. Камера, по-моему, да, куда-то сбилась.
Короче, ребят, мы решили ехать обратно. Водил сказал, там болото жестко, но там прям очень жестко, то что застревают даже трактора. Нам туда смысла нету ехать. Короче, едем сейчас в обратную сторону. Вот там пипец красиво, блин. Ну да ладно, короче, мы сейчас едем в другое болото, я точно знаю, где есть болото. Ну не сильное такое, но можно где побуксовать нормально так. Короче, все, сейчас держим путь туда. Я не знаю, что мне уже там вставлять, наверное, под музыку, все, как обычно. Не знаю, наверное, надо побольше разговаривать. А что рассказывать, я не знаю. Короче, вот тут вообще прикольно, блин, там мужчин как-то растут. Ну, мы сейчас едем в другое место, где есть вода. Короче, ладно, сейчас будет такая красотища, наверное, я не знаю. Но сейчас вот тут даже побуксую. Сейчас я тупо сюда даже заеду. Вообще даже не почувствовал. Капец. Жопу только кидают теперь после грязи. Вот тут у нас тоже отделение, там собаки есть. Ну, сейчас мы ехали в ту сторону, собаки до нас даже не выбегали. А вот сейчас в обратную сторону будем ехать, я не знаю. Куча у нас жесткая, я не знаю, или снег будет, или дождь. Но желательно, чтобы шел снег, чтобы по снегу поновали хотя бы чуть-чуть. Капец, короче, просто еще вообще жесткая. Балдеж, просто балдеж. Едешь, катайся, катайся как-то, не устаешь. Только руки замерзли уже и все, остальное ничего не мерзнет. Мы сейчас едем на ветер и не холодно вообще. Капец, ребят. Короче, когда камеру выключаю, выключается и пауэрбанк. И приходится останавливаться каждый раз, чтобы включить камеру и включить пауэрбанк. Ну капец, вот мы уже доезжаем. Вадим уже там спустился. А я останавливался, включал пауэрбанк. Короче, ну вот тут жопа полная. Смотрите, локоть, это только начало. Смотрите, что там. Это просто жопа. Так, мы приехали в грязь. Сейчас Вадим покажет, что надо, а я за ним. На подножку. А я за ним. Ребята, за такой контент ставить лайки, подписываться на канал. Не, ну это просто жестко было. Я прилип.
дождь, я не понимаю, что это. Снег идет. Наша лед, я ничего не вижу. Вот это кайф, у меня видос получится. Просто едем слепую, грязь от Вадима летит сам в меня. Охренеть. Снег идет. Ребята, когда у нас выпадет снег, прям жесткий такой, вы помните, там хотя бы побуксовать можно было, боком попало. Я обязательно для вас все снимать буду. А сейчас вообще ничего не видно. Мы за сегодня проехали 13 километров, это только сейчас. Сейчас еще пока домой доедем. Покажу, сколько мы проехали. Ну, видос получился охеренный. Просто тупо за него надо лайк поставить. Тормоза чуть-чуть вообще нажал. Охренеть. О, ё-моё, я не знаю, я сейчас или упаду, или застряну. Я вроде бы нормально проехал, Вадим тоже там кто-то едет потихонечку. За такой контент, ребята, надо ставить лайки. Даже так квадроциклисты не ездили. Ладно, шучу, квадроциклисты еще похуже болотом бывали. Понимаете, тут даже еще по траве проехать где-то. Вот эта грязь, где я тогда забуксовал, ребят. Вот здесь, вот в этом болоте, здесь вообще очень скользко. Вадим то буксует потихоньку. Просто все, мы едем потихонечку. Я не знаю, как дальше ехать. Но там уже дальше трасса. Блин, тупо очково надо же как-то ехать, потому что скользко. Вот, смотрите, я сейчас пример покажу. Вот, он просто буксует. Охренеть, даже зимой не так буксовал у меня, когда снега было. Зимой даже зацеп был, а сейчас нету. Просто жопа. Ребят, чтобы вы понимали, даже трасса скользкая, ну просто тупо скользкая трасса. Это жопа, короче, все, начинается зима лютая. Ну все, короче, ребят, на этом, наверное, будем заканчивать видос. Мы уже приехали домой, доезжаем, точнее. Уже холодно, мы сегодня уже кататься уже 100% не будем. Ну, Вадим только, если поедет домой уже. Ну, мы сейчас чай у меня попьем, и все. Ладно, все, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Да, Вадиму отдельный лайк надо поставить, потому что это прям жестко будет. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.